Приветствую всех. Это снова я, Анна Хайков, сертифицированный ароматерапевт, аромадиагност и специалист по эфирным маслам. И сегодня мы продолжаем дальше говорить про питание БАДы и как они влияют на молодость. И пришли мы к нашей основе основ. Это поговорим мы с вами о долгожителе, lifelong vitality. Выстраиваем пирамиду здоровья. Ну что, вот когда я прочитала материал по долгожителю. Сначала, честно говоря, это был как бальзам на душу, так сказать, потому что отличие долгожителя от многих других производителей Дотера – исключительно натуральные ингредиенты. Почему это важно? Синтетика не будет оказывать терапевтического влияния. Вот если сравнивать с нашими эфирными маслами, если вы берете какое-то масло непонятного происхождения, у него не будет никакого терапевтического действия, и вы не получите никакой результат, и будете потом думать, что вот какие эфирные масла нехорошие, не работают. Вот здесь то же самое. Если сравнить с БАДами, здесь все натуральное и, соответственно, будет оказываться терапевтическое влияние. Потому что вот наши рецепторы, да, они не узнают этих молекул, они узнают только натуральные молекулы, компоненты. Именно так начинается терапевтическое действие. Вот то же самое с добавками, да. Если у нас компоненты синтетические, у организма возникает сложность их усвоить. Он их не узнает и не встраивает свою структуру. И вопрос узнавания для организма очень важен. Так вот, большой плюс долгожителя в том, что исключительно натуральные ингредиенты в формах, которые организму знакомы. Это эквивалент 12 порций овощей и фруктов в день. Сейчас вот просто вспомните, да, ваше питание. Вспомните, что вы съели сегодня. Если у вас уже вечер, как у меня сейчас, было ли там 12 порций овощей и фруктов? Это я могу поспорить, что нет. Комплекс содержит вот три банки, как раз таки, и они разбиты тематически. Первая баночка – это X и омега. Она включает омегу, витамин D. Отличие в том, что, во-первых, используются масла эфирные, которые предотвращают окисление омега. Омега очень быстро разрушается, и обязательно должен быть какой-то антиокисляющий компонент, чтобы продукт дошел до нас, до нашего организма в том виде, в котором он имеет смысл, в котором может усвоиться. И как раз-таки вот вернемся к нутрициологам. Они обычно не встречаются вообще ни одного такого человека, я с многими говорила, который не был бы в дефиците по омеге-3 в силу особенностей современного питания. Мы вот перебираем омегу-6 и не добираем омега-3. Меняется вот этот золотой баланс. Переизбытке омега-6, она является воспалительной жирной кислотой, если мы ее не сбалансировали, омега-3. Вот где мы берем омега-3 из питания? Это дикая северная рыба, как вот много даже может вопрос себе задать, когда в последний раз видели дикую северную рыбу, wild caught. А сейчас вообще все, farm raised, вообще непонятно, что творится. И очень сложно достать это. Ну, как бы у нас, да, в меньшей степени можно яйца, да, например, от свободно гуляющих кур, именно от курочек, которые ели червячков там всяких, паслись на травке, даже если очень стараться, да. Поэтому есть у нас несколько источников, да, раз-два и обчелся омега-3, а может вообще и раз. По сути. И очень нам нужно восполняться. Ну, где же взять, да, этот источник? И далее по омеге отличие еще в том, что источник имеет значение. Дешевый источник – это любая рыба холодных морей, дикая, не дикая, любого размера, еще лучше побольше, да, из которой мы побольше получим масло, из которого произведем омега-3. И в нашей дотере омега, да, там анчоусы, сардины, скумбрия с Норвегии. Отличие дотера в том, что она берет самых мелких рыб и производит омегу из нее, потому что чем меньше рыбка, тем меньше она набирает в себя тяжелых металлов. И это очень важно, когда мы покупаем омегу, какую попало, и смотрим на цену, выбираем подешевле, да, то мы получаем себе, запомните, порцию тяжелых металлов, которые, собственно, запускают воспалительные процессы. Поэтому учимся выбирать, пожалуйста. Далее вторая баночка – это комплекс витаминов, микроэлементов Microplex VNZ. Особенность здесь в том, что тоже исключительно все натуральные формы. И когда вы читаете
Вы прямо видите, что витамин в форме каротиноид и указан источник. Вторая особенность в том, что используются самые безопасные, самые усваиваемые формы. Например, найти B12 в натуральном виде очень большая редкость, а именно эта форма, которая здесь в составе, она не дает побочек. Более того, часть компонентов, они в форме гликопротеиновой матрицы. Многие могут такие задуматься, что это такое, какая-то синтетика, да? Но это не синтетика, это вообще самая передовая, самая усваиваемая форма, которая может быть, чтобы натуральные витамины были донесены нашему организму. Это значит, что витамины поселяются в культуру лактобактерий, которые в процессе роста витамины усваивают и соединяют с белковой матрицей. Это именно тот компонент, в котором наш организм усваивает витамины. Честно говоря, даже не знаю ни одного производителя, который делает настолько продвинутую форму. Третий, да, компонент этого классного комплекса – это альфа-СРС. И это комплекс клеточной поддержки, который усиливает защиту клетки от свободных радикалов, продлевает жизнь клетки, способствует здоровому процессу регенерации клеток и восстанавливает деятельность митохондрий. Здесь вы, кстати, видите на следующем слайде, по долгожителю были произведены серьезные исследования, и клинически доказано, что после 2 месяцев приема комплекс долгожитель в рекомендованных дозировках снижаются различные факторы, например, воспаление, повышается уровень энергии. Здесь также уменьшаются болевые ощущения в спине, в суставах, в мышцах, уменьшились у людей головные боли, другие боли, да, то есть вот последовательно по каждому фактору мы видим улучшения. И более того, после выборки, на которой проводилось это исследование, делали замеры по ключевых показателей крови. И у человека нормализуется большинство показателей. Если взять дефициты, допустим, дефицит ферритина, допустим, да, это показатель запаса железа в организме улучшился, ферритин стабилизировался, холестерин, понизился инсулин, это очень важно. Здесь вот он прям вошел в такой идеальный оптимум, по которому смотрят на показатели функциональной медицины. Это значит, что человек потихонечку нормализовал свой вес. То есть вот по каждый фактор немножечко скорректировался. Это великолепные, на мой взгляд, результаты. И, кстати, я на себе тоже испытала. Энергия возвращается за, не знаю, пару недель приема. Вообще, мне, по-моему, моментально она возвращается. Я очень долго уже принимаю этот долгожитель. Всю вообще беременность принимала. И также после сейчас. И хочу просто подытожить, да. Долгожитель – это базовая поддержка для современного человека. И то же самое у нас здесь есть для детей. Тоже хочется отметить, это аналог детский, либо его можно применять для людей, которые не любят глотать капсулы. И омега здесь в жидком виде, что важно, в качестве антиокислителя здесь тоже используются эфирные масла. Это позволяет очень долго в жидком виде эту омегу держать активной. То есть про деток мы стараемся тоже не забывать. Если у вас какие-то вопросы возникли, пожалуйста, напишите нам, и мы на них на все ответим. Спасибо, до свидания.